дальше, и мы уже начинаем немножко не попадать в камеру. Поменьше переключимся на широкоугольную камеру, чтобы уже побольше окунуться. Это имя вы тоже должны знать из истории. Морской пехотинец Михаил Аверьянович Каникаха. Человек факел. Видите, здесь могилы не только какие, да, там маршалов, полковников, генералов, обычный морской пехотинец, обычный связист, член ВЛКСМ. То есть все приложили, да, руку, да, и отдали свои жизни для того, чтобы победить в той страшной войне. Герой Советского Союза, снайперу Василию Григорьевичу Зайцеву. Сделаем поближе. Да, все нужно реставрировать, потому что погодные условия берут свое. Такой вот вид открывается, можно сказать, уже с высоты. А высота это 102, если мне изменяет память, она на картах никак не обозначалась. Название Мамаев-Курган это уже название Советского Союза. А на картах военных времен это была высота 102. Ну вот мы и у подножья. В сооружении памятника принимали участие Москольский скульптурный комбинат, Волгоград гидрострой, Трест,
Южсталь конструкция, воинская часть полковника Богдина, дирекция проектиров, памятников Министерства культуры СССР, Тушинский завод машиностроения, мозаичная мастерская академия, художество СССР, общественность города. Авторский коллектив памятника ансамбля народного художника СССР «Скульптор Вучинтич», руководитель коллектива архитектор Новопольский Дёрн Лысов, просил слово поглощения. Потому что подходит время, чтобы нам с вами попасть на разбор роту почетного караула. Чтобы вы понимали, роту почетного караула ребята, которые служат в этой роте, живут здесь, на территории. Здесь есть воинская часть, где их обучают, потому что сейчас, когда они будут шагать, вы сможете заметить на уровень их физической подготовки. У них очень хорошая растяжка, они тянут носочек. Такой маршировки вы не увидите ни в одной другой стране мира. А живут они территориально здесь. Честно, не подскажу. Ну, где-то в тех местах есть воинская часть. Возможно, мы туда пройдем и посмотрим поближе. Конечно, что туда нас с вами не пустят. До сих пор он так называется. Давайте сейчас посмотрим на эту красоту. Таблички. Ой, господи, не увидел ступеньку. Ой. Сейчас мы можем пройти мимо монастыря Александра Невского.
Ранее я уже говорил, что Александр Невский является покровителем города Волгограда. Очень много мемориалов, памятников, связанных с его именем. Сейчас таким танковым пушкам. В самом Волгограде очень много таких мемориалов, больше 10 точно. Они отмечены, они стоят так, как проходила линия фронта. То есть если их все отобразить на карте и соединить воедино, можно понять линию фронта. Здесь мама Волгограда в мире победит ужасно. Посадили самые упорные и кровавые бои за обладание этой господствующей армии на высоте. Давайте спустимся, у нас как раз есть буквально 15 минут до начала развода караульной службы. Первый раз нас сюда привезли еще во времена учебы в школе, я не знаю, мне было лет там 7, 8, 9, 10. Это были начальные
мастер-классы, экскурсии, организованной школой. И такой красоты здесь не было в подарок, помимо старые осветительные мачты. Сейчас очень хороший свет, ночью она подсвечивается, получается, с трех сторон. Выглядит это просто завораживающе. Если получится, я сюда приеду ночью, сделаю фотографии и вставлю данное видео. Косилка и запах свежекрошенной травы. Прямо чувствуется деревья. Запах, который, наверное, в городе такого не будет почувствовать. Да, по-моему, много. Мало нам говорят, что их прямо после дороги много. Так что попробуем сейчас заснять. А может, непосредственно взять интервью. Остановились неспроста, скорее всего. Пытаюсь вам ее поймать, но она такая юркая, что ускользает. Пойдемте возвращаться. Очень много здесь экскурсоводов, которые оказывают свои услуги и рассказывают. Интересно рассказывают про Радмуха. Слышал про Радмуха. Для тех, кто впервые в городе Герой Волгограде, я бы советовал взять вам экскурсовода, который вам покажет и расскажет, что здесь происходило, чтобы понять весь масштаб. Потому что очень много металла, люди до сих пор проводят здесь раскопки, да, ремонтные, строительные работы, находят бомбы, мины, гранаты. И то, что осколки этих мин, гранат, а еще целые, которые еще даже не сдетонированы, представляют собой опасность. Так, ну, мы вернулись к скорбящей матери. Мы сделали полный круг с вами. Сейчас мы еще подснимем и пойдем.
возвращаемся в зал. Отличная огонь. Строчки здесь получается. Принадлежность рода войск и фамилия. Здесь два столбца. Вот мы с вами вживую стали свидетелем, как происходит работа рода почетом права. Абсолютно лучше. Пусть все пройдет лучше. Я тебе советую.